Всем привет! Сегодня я вновь поделюсь своими покупками и находками с AliExpress. Но прежде чем начать, хочу вас познакомить с одним очень интересным каналом девушки Эмине под названием Глазурюа. Там вы найдете обзоры и распаковки товаров из Китая. У Эмине всегда очень интересные обзоры, и я думаю, вам тоже понравится ее канал. Ссылочка в описании. Начну свой обзор с вот такой стойки для одежды. Она идет на колесиках, выполненной из нержавеющей стали. Также большой плюс то, что она занимает совсем немного места, то есть для маленьких квартир, я думаю, для хранения одежды самое то. Естественно, приходит она в разобранном виде, и на удивление я ее получила через 2 недели, то есть очень быстрая доставка. Я ее брала за 1500, сейчас она стоит еще меньше, то есть всем могу посоветовать. Также на AliExpress я решила заказать легкое пальто на весну и выбрала модель свободного покроя в горчичном цвете. Там было 4 цветовых решения, мне почему-то понравился именно такой, хотя хотела изначально заказать красное пальто. Ткань у него очень мягкая и очень приятная. И главное для меня это то, что к этой ткани ничего не липнет. Цена у пальто тоже очень приемлемая, поэтому покупкой я осталась очень-очень довольна. Очень давно хотела классическую блузку в бордовом цвете. И на AliExpress я нашла то, что мне нужно. Это шифоновая блузка, но выглядит она достаточно элегантно. С обратной стороны она немного длиннее, и это, на мой взгляд, придает ей какую-то изюминку. А еще я купила себе кожаную жилетку. Естественно, это кожзам, но выглядит она круто. Ее можно комбинировать абсолютно со всеми вещами, везде она будет уместна, и думаю, заказать себе такую еще в розовом варианте. Размеры все полностью соответствуют описанию. Также моей находкой является вот такая розовая и очень теплая толстовка, так как у нее имеется мягкий подклад. Идеально подходит на холодное время. Также у нее достаточно интересный покрой, рукава достаточно массивные, но зато в ней безумно-безумно уютно. Далее это блузка с винтажными цветами. Я очень люблю подобные принты, так как выглядят они очень женственно. Материал у блузки искусственный шелк, и, кстати, в ней я чувствую себя очень комфортно. Далее это вот такой кардиган, к сожалению, ссылка уже сгорела, но все же он полностью не соответствовал описанию, на картинке он не такой короткий, он даже немного мне маловат, хотя по описанию он полностью подходил. Кстати, я решила его немного разнообразить и пришила к воротнику несколько бусинок. Я очень люблю футболки и на этот раз заказала вот с таким принтом. Качество неплохое, на повседневку мне идеально подходит. У меня уже в запасе есть несколько подобных футболок, у них у всех абсолютно одинаковое качество, единственное, различаются принты, и я ими вполне довольна. Еще мне очень захотелось заказать переводные тату. Держатся, конечно, они недолго, но выглядят вполне как настоящие. И по цене они тоже очень дешевые, так что теперь я смогу менять татуировки хоть каждый день. И последняя покупка – это чехол. На AliExpress можно заказать чехлы абсолютно к любой модели телефона. Опять же, именно этот чехол мне очень понравился своим ярким и летним принтом. Он не понимает настроение, и, кстати, у него идеальное качество. Все очень хорошо выполнено, так что я им безумно довольна и даже задумываюсь заказать себе еще один. Спасибо за просмотр, все ссылочки вы сможете найти внизу в описании, также заходите в мою группу ВКонтакте и, конечно, подписывайтесь на паблик лайфхаков. И, конечно, не забывайте про Инстаграм. Всем пока-пока!